выскочишь. Так, что еще? Настя еще придумала. Ну-ка, Настя, давай. Что доводить еще? Доводить дело до конца. Круто, слушай, молодец. Почему? Потому что, смотрите, хвататься можно за что угодно. Да? Можно хвататься. Сегодня я этим занимаюсь, завтра я этим, завтра тем. И вот этот бесконечный круговорот, а к цели я к своей не иду, дело до конца не довела, книг этих начатых, недочитанных миллион, это недоделанное, это на самом деле тоже очень важное качество, доводить дело до конца. Поэтому твоя прям вот роскошная звезда. Давай. Всегда будущее намного круче настоящего. Угу. Это саморазвивающийся человек. Так, тот, который умеет что? Тот, который умеет действовать, который угу. что-то делает. Так, умеет действовать, умеет что-то делать. А прежде чем действовать и что-то делать, что нужно? Научиться этому. Научиться этому. Что еще? Найти цель. Точно. Цель. Нужно поставить цель. Нужно определить цель. Угу. Однозначно. Что же нужно делать, чтобы быть таким? Как ты думаешь? Решать свои проблемы вовремя. Чтобы они не перерастали из дела в проблему. Угу. А что еще? Есть ли у тебя какие-то еще мысли по поводу того, что же нужно делать, чтобы все делать вовремя? Как сделать так, чтобы делать все вовремя? Вести свой распорядок дня. Отлично. А еще? Рассчитывать время. Угу. Рассчитывать время тоже классно. Целеустремленность. Почему? То есть надо добиваться всегда своей цели, угу. доделать все до конца и доходить до нее. Угу. То есть целеустремленность, подытожу все, что ты сказала. Прежде чем куда-то идти, нужно понять, куда. Цель. Вижу цель, и уже целеустремленность, это, конечно, это определенные действия и про то, что эта цель сформулирована. Что-то делается. То есть я вижу цель. Угу. В критической ситуации решительность про что это? Пойти на риск. Пойти на риск. Что еще? Быстро отреагировать, принять какое-то решение. Быстро, сразу. То есть как-то сообразить, включиться, не потеряться. Поэтому? Вкладываю. Итак, весна номер один, весна номер два, весна номер три. Господи, как сложно. Везде весна. 4, 5, 6, 7 и 8. Ну, давайте. Ваша задача. Ты не голосуешь, естественно, да? Ты потому что в курсе. Ваша задача с двух попыток снова попробовать угадать карту Данила, что бы он мог сказать. Какую карту он мог бы положить, да, сказав весна. Ну, давайте. Ну, классно, на самом деле. Много где весна. Прямо разная еще такая весна. Вот, например, эта весна, да? Разная весна совсем. Тут только та, и тут уже все расцвело.